Всем привет! Сегодня у меня на обзоре интересный такой гаджет, пылесос для клавиатуры. Ну, естественно, можно его использовать не только для чистки клавиатуры, но и в труднодоступных местах автомобиля, например, воздуха вот этих вот дефлекторов. Работает он от USB, то есть, я так думаю, USB располагает любая уже практически машина. Даже классика, да, только вот вставлять его по-прежнему. Работает он очень громко, вот она включение, кнопочка. Здесь даже есть подсветочка, чтобы вы в труднодоступных местах видели, что пылесос. Единственное, что потерял, здесь вот резиночка такая была, такая хлорвиниловая. Вот, без нее стало хуже, конечно, пылесосить, затягивать с ней было получше. Вот, работает просто как самолет. Это нужно слышать. Вот тут где кнопочки. Сейчас взлетит. Ну и чистится он тоже элементарно просто. Как видите, вот пропылесосили 5 минут. 5 секунд тут напылесосили кое-что. Вот это вот тут на резиночке как бы типа фильтр. Очищаем его и все. В общем, вроде бы и бесполезная вещь, но она стоит всего лишь там рублей 120. И как бы... И да, очень даже прикольно ей позаниматься уборкой. Ссылку в описании к видео оставлю. Может, кому-то и понравилась эта штучка. Пока-пока.